Клиент сказали, что вы ищете живого между мертвыми? Его нет здесь, он воскрес. Вспомните, как он говорил вам, когда был еще в Галилее, сказывая, что Сыну Человеческому надлежит быть преданным в руки человеков-грешников и быть распятым и в третий день воскреснуть. И вспомнили они слова его, и возвратились от гроба, возвестили все это 11 и всем прочим, то были Мария, Магдалина, Иоанна и Мария, мать Иакова, и другие с ними, которые сказали о всем апостолам, и показались им слова их в пустыне, и не поверили им. Thank you.